Здравствуйте, друзья. Я бы хотела сказать огромное спасибо за ваши слова поддержки и за пожелания Луняше скорейшего выздоровления. Это было так приятно и так трогательно читать, как будто мы с вами уже такая семья дружная, сложившаяся за это все время. Вот сегодня в видео покажу, как проходил процесс выздоровления. Сейчас уже все гораздо лучше. Еще, конечно же, не до конца она выздоровела, но уже все идет на поправку. Он уже бегает, прыгает потихонечку. Вот, приятного просмотра. Еще раз огромное спасибо. Прям это так душевно было, правда. Вот лежат, кто-то приватизировал мой пуховик. Решил, что на нем здорово будет улечься. Винюша тут контролирует вообще ситуацию. Ням-ням-ням. Бубочка начищает перышки свои. Все. Вот гулять понемножку выходим с утра. Да, вот так вот. У нас здесь грунт достаточно мягкий. Ну, нет никаких там шишек, камней особо. Что ей не больно, так сказать, по ним ходить. Ну, что мягкая земля и травка только. Вот. Вот ее левая лапа больше беспокоит, чем все остальные. Хотя, как бы я опять просмотрела, там ничего сильно не увидела. Ну и вообще ничего. Не вижу ни трещин, как бы ни крови, ничего, ни волдырей никаких. Вот. Ну, надеюсь, уже на улучшение пойдет. Скоро. Пока вот сидим на травке. Но еще достаточно тепло, что она как бы может сидеть на одном месте какое-то продолжительное время и не замерзать. Ну и я, конечно, рядом. Всегда, если что, ее так подтормошу и домой заведу. Хочется играть, конечно. Ой, играть хочется. Ну, лапочки болят пока еще. Лапочки болят. Не ты моя маленькая. Потихонечку ходит. Маленькая моя пошла. Вольерчик, вольерчик пошла. Да ты моя девочка. Все, пошла вольерчик на свое место лежать. Да, ну поспи, поспи немножечко на улице. На воздухе свежем, да, это моя маленькая. Я думаю, что заживать начало и стягивать кожу на лапках сильнее. Я возьму облепиховое масло. Я там мазью мазала я потихоньку, но она, я думаю, слизывает ее. И я сильно не усердствовала. И вот думаю взять масло облепиховое и мумиё, и буду ей лапки смазывать этим. Оно и растекается легко, и если слижет, ничего страшного не будет. Вот такие вот новости. Такие вот дела. Да. Веня к тебе пришло. Все, как бы ей пока не сильно до прогулок. Вот, гуляем потихоньку. Да, вот так вот лапочки ношу. Лапочки ношу. Маленькие. Последнее солнышко ловим. Теплое. Кошка умывается на солнце. Это лапки рыжие от масла.
Уже вон хочется по деревьям, конечно, лазить, да. Лазучица моя, ну подожди пару денечков, подожди. Розовый нос. Менза, нет, нельзя гонять. Луняшу. Опа. Опа. Уже как бы достаточно убил. Вот утром я ей лапы не намазала маслом облепиховым. Она гораздо хуже передвигалась. А сейчас вот масло, видимо, как-то увлажняет. Трещинки, все болячки закрывает. И вот она более уверенно уже скачет. Красотуля какая, вы посмотрите. На фоне неба. Ну вот левую лапку она, видимо, сильнее всего травмировала. Когда все-все я не трогаю сильно. Не трогаю, я не трогаю. Теперь вот только нужно на левой сильнее, чем на правой. Но на правой тоже видно, что такая кожа вся иссохлась, верхний слой. Я думаю, он облезет, но он постепенно облезет и уже достаточно безболезненно. Так что все, слава богу, обошлось. Куроньки. Смотрите, соскучилась по своей подстилке, по своему матрасику. Уже не влазит на него. Голова отдельно ушла, надоела ей на диване, видимо, за все эти дни лежать. Решила на матрасике. Все, спасибо вам большое. Прям огромное спасибо вам за поддержку, потому что у меня на самом деле прям стресс был. Вообще. Вроде бы я с животными давно, и там разные случаи происходили, разные ситуации, и я достаточно адекватно на них реагирую, но в этот раз вот как, если что-то с ней случается, то прям немножко адекватность меня покидает. Все, куронька отдыхает в свете фонаря. Всем спокойной ночи или хорошего дня. Кто-то здесь балдуся такая лежит, кайфует. На чиле, на расслабоне. Ну, вот вообще, чем кошки от собак отличаются. Все, до свидания.